Вот он сервис у деда, и вот на этом сервисе вы можете купить себе виртуальные Telegram аккаунты. Смотрим, какие здесь у нас есть. Вот по 29 рублей есть так, аккаунты женские с отложкой 1 месяц. Ну, отлично. Нажимаем на кнопку «Купить». Давайте ML свой поставлю. Минимальное количество 5 штук. Выбрать нужно будет систему оплаты. Я выберу систему оплаты. Мне удобнее Payeer. 145 рублей. Нажимаем на «Перейти к оплате». 145 рублей. Номер заказа такой-то, кошелек такой-то. И вот на этот кошелек мне нужно будет сейчас отправить 145 рублей. Обязательно нужно будет указать примечание в этот номер. Код 2479, в конце на 25 заканчивается. Возвращаюсь в Payeer, нажимаю «Вывести», оплачиваю 145 рублей, поставил 145 рублей. И надо будет обязательно указать код. Захожу в раздел «Комментарии», вставляем вот этот вот код, нажимаю «Оплатить». Все, перевод успешно выполнен, все четко. Возвращаемся в этот сервис и нажимаем «Проверить оплату». Вот на эту синюю кнопку нажимаете и видите, а перейдите по ссылке для получения товара. Вот здесь вот получается, вот она ваша ссылочка. Нажимаем на нее. Давайте я в разделе загрузки сохраню вот этот файл текстовый. Сохранить. Далее открываю его. И вот они, Telegram аккаунты. Они будут именно в этом виде. Пусть вас это не шокирует. Мы просто что делаем? Мы его копируем. Вот первый файл. То есть мы купили 5 Telegram аккаунтов. Например, я первый аккаунт копирую, ссылочку, иду в браузер, любой Chrome или Яндекс, и вставляю сюда. Так, давайте я сохраню его. Для этого я отдельно сделал аккаунт на рабочем столе, он называется Aki. Вот туда вот сейчас сохраню. И нужно будет этот аккаунт сейчас распаковать. Так, захожу в папку «Аккаунты» и правой кнопкой мыши просто извлечь в эту же папку. Все, два раза нажимаем на него. Вот он, наш номер. Так, и здесь надо обязательно прочитать вот эту инструкцию. Нажимаете на нее два раза и читаем инструкцию. Необходимо скачать новую версию Portable. Сейчас покажу ее, где и как скачивать. Заходите на сайт desktoptelegram.org. Вот он, вот этот сайт. Ну, давайте зайдем вот по этой ссылочке. desktoptelegram.org. Сюда заходите и скачиваете, ребята, вот эту Portable версию. Вот эту Portable версию вы скачиваете. Он будет в виде вот такого файла. T-Portable. Нажимаете правой кнопкой мыши «Извлечь» в эту же папку. Извлекаем. Далее. Вот мы видим, вот эти вот файлы можете уже удалить, они не нужны нам. Открываете T-Portable. Снова открываете. И вот этот файл Telegram.x, его надо скопировать. Нажимаете правой кнопкой мыши «Копировать» или Ctrl-C. Скопировали. Возвращаемся в наши аккаунты. Вот сюда вот. И сюда вставляем. Подзагружаются. И теперь мы активируем наш Telegram-аккаунт. Нажимаете на него два раза. И запускаем наш новый купленный Telegram-аккаунт. Ждем. И вот запустился наш Telegram-аккаунт новый. Смотрим. Мишель Мейер. Так, нас это не устраивает. Что мы делаем? Заходим в раздел «Сеттинг». Меняем на русский язык. Нажимаем «Русский язык». Окей. Telegram сейчас исчезнет и будет перезагружаться в течение минуты. Ждем. Вот он появился уже в русской версии. Что я вам рекомендую сделать в первую очередь? Вам в первую очередь нужно будет сделать определенные настройки. Я бы, конечно, в первую очередь поменял бы название. Так как мы будем работать от своего имени, заходим в раздел «Настройки», «Изменить профиль», меняю фотографию, «Установить фотографию». Дальше я меняю имя, ставлю имя Алтай Алим. Так, есть, сохранить. И нужно обязательно поставить имя юзернейма, выбрать юзернейм. И, например, давайте я напишу здесь Алтай 524. Такой аккаунт существует пользовательский. Сохранить.
Все, то есть я создал буквально за минуту, да, быстренько оформил. И что нужно сделать? Нам нужно будет зайти в настройки. И здесь вы видите, что кроме моей фотографии, еще есть фотография вот этой девушки. Вот ее надо удалить. Просто нажимаете на вот эту стрелку, правой кнопкой мыши удалить, удалить фото, да, чтобы ничего лишнего не было. И дальше еще можете зайти в раздел «Конфиденциальность» и обязательно поставьте двухфактурную аутентификацию, чтобы не угнали ваш аккаунт, ставите защиту. И здесь повторяете. Пароль, который вы не забудете, запишите его и нажимаете «Продолжить». Подсказка для пароля «Пропустить». Укажите почту для восстановления. Ну, учитывая то, что это рабочий аккаунт, почту для восстановления не буду указывать без email. Да, без email. Так, и все. То есть вот я включил двухфактурную аутентификацию. Это минималка, что нужно сделать обязательно на своем Telegram-аккаунте. Также вы можете здесь зайти в настройки. И что еще можно будет сделать? Ну, в принципе, можем зайти в продвинутые настройки. Так, здесь ничего не делаем. Конфиденциальность. Вы можете здесь, так, чтобы не видели вашу активность. Кто видит время последнего входа, ставите «Никто», «Сохранить», «Продолжить». Дальше вы можете, чтобы вам никто не звонил. Да, могут быть люди, которые вам будут бомбить, звонить, ставите «Никто». То есть, и, например, еще можете поставить номер телефона, чтобы вас тоже никто не видел. У вас там стоит индонезийский номер на 62 начинается, но не нужно, чтобы ваш номер видели. Ставите «Никто» и нажимаете «Сохранить». Дальше, чтобы вас никто не добавлял в группы, в каналы. Я рекомендую оставить, чтобы вас добавляли в разные группы. Это хорошо, потому что вы сразу попадаете в те группы, где ваша аудитория. Сетевики, инвестора, не ставьте запрет, ребята. Пусть остается как есть. Вот этого, в принципе, вот достаточно. Мы сейчас вот сделали Telegram-аккаунт, и вот таким вот образом вы спокойненько, запросто делаете другие аккаунты.